2 августа в Великомустюге состоялся митинг, посвященный Дню воздушно-десантных войск. Несколько десятков крепких парней в тельняшках и голубых беретах собрались у памятника воинам-интернационалистам, чтобы почтить память погибших товарищей. Многие пришли на мероприятие с семьями, детьми. Некоторые дети были одеты, как их отцы и деды, в форму десантника. Предназначение воздушно-десантных войск – это действие в тылу противника, совершение глубоких рейдов, захват важных объектов неприятеля, плацдармов, нарушение работы вражеских коммуникаций и управление противника, проведение диверсии в его тылу. ВДВ были созданы в первую очередь как эффективный инструмент наступательной войны. Для охвата противника и действий в его тылу ВДВ может использовать десантирование как парашютное, так и посадочное. Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой вооруженных сил РФ. Чтобы попасть в этот род войск, кандидаты должны соответствовать очень высоким критериям. В первую очередь, это касается физического здоровья и психологической устойчивости. Поистину, воздушно-десантные войска являются элитой российской армии. Именно воздушные десантники направляются в первую очередь туда, где особо сложно, где нужна особая сила, мужество, героизм, физическая подготовка, самоотверженность. Вчера в Москве состоялось очень важное и очень значимое событие. Открыть памятник командующему воздушно-десантными войсками генералу армии Маркелову Василию Филипповичу. Это признание заслуг командующего, это признание заслуг воздушно-десантных войск в решении задач, которые приходится им решать. Слава ВДВ! Слава ВДВ! Ура! По традиции участники митинга почтили минутой молчания память погибших в боях солдат, отдавших жизнь за светлое будущее своей страны. На протяжении всей истории ВДВ мы видим, что десантные войска выполняли самые ответственные боевые задачи, проявляли исключительный героизм и волю к победе. 26 января этого года на территории Великомустюгского района образовалась организация Великомустюгского района организации боевого братства, куда будет входить союз десантников. Соглашение в ближайшее время подпишем. Потому что мы знаем, что десантные войска принимали у нас участие во всех войнах, показывали себя наилучшим образом, и наши усюжания десантники награждены медалями. Какой мальчишка не мечтал стать десантником? И это продолжается и сейчас. Ваши умения, ваши знания, навыки, которые вы получили в период прохождения военной службы, мужество и героизм, и сейчас делайте из вас гарантов мира и спокойной жизни на нашей родине. А также возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. В день ВДВ на аэродроме Труфанова сам Дед Мороз совершил прыжок с парашютом. Лидия, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский, нефть, алмазы, золото, газ, флот ВДВ, ВВС и спецназ, водка, игра, Эрмитаж и ракеты, самые красивые женщины планеты, шахматы, опера, лучший балет, скажите, где есть то, чего у нас нет? Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Мир распад. Чтобы волю надышаться, но страшно лишь одно, собой в мире потеряться. Творческими номерами крылатую пехоту поздравили Тихон Фукс, Татьяна Четверякова и группа «Трое». Душу русскую не убить, русских не победить. Вместе с которой все десантники спели свой гимн «Расплескалась синева». Разлилась своим обманчивым светом. Также в небе над Великим Устюгом развивался флаг ВДВ. Праздник продолжился автопробегом по улицам города и возложением цветов на воинском кладбище. Там, где русские, там всегда, и победа на всех одна.